Депутаты 30 июня провели очередную шестую сессию городского маслихата. Ранее на заседании постоянных комиссий участниками были подробно рассмотрены изменения в городской бюджет на 2021-2023 годы. Напомним, на заседании было отмечено, что размер индивидуального подоходного налога, поступающего в бюджет города, будет сокращен с 60 до 46%. Депутаты на сессии выясняли причину этих сокращений. Компетенцию уполномоченного органа по бюджетному планированию отдела экономики не входит, значит, потому что это нерегулируемые налоги, социальный налог и подоходный налог, а решение принимается областным управлением. Это нерегулируемые налоги городского бюджета. Нам норматив отчислений устанавливает областное управление. В этой связи депутат Серик Макаров предложил направить в областной маслихат письмо с запросом, чтобы внести ясность в данный вопрос. Еще одна тема, которую рассмотрели народные избранники, это ремонт дворов многоквартирных домов. По нему днем ранее на заседании постоянной комиссии заместитель акима города Бауржан Ахметов разъяснил вот так. По дворам действительно у нас сейчас на 1,5 миллиарда, на 50 дворов проектно-сметной документации разработаны. Мы бюджетную заявку в областной бюджет предоставили управлению отраслевой. Однако на сегодня она сейчас не поддерживает. Ожидаем, что в следующем уточнении, возможно, поддержим. А в ходе сессии руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Салтанат Курабаева дала следующую информацию. У нас есть протокол областного акима области за то, что на благоустройство дорог нужно средства предусмотреть за счет средств местного бюджета. Нами, кроме того, у нас есть подписан в рамках меморандума с ЕРЖ, мы должны в этом году благоустроить дворы на 70 миллионов. В этой связи было направлено служебное письмо на имя акима, чтобы делу администратору ЖКХ они рассмотрели внутри у себя программу за счет имеющейся экономии. Но вопрос на уточнение бюджета мы вынесем обязательно на следующий. В свою очередь депутаты выразили беспокойство, что до следующего уточнения бюджета, который планируется уже в третьем квартале, времени на рассмотрение данного вопроса может не хватить. Также на сессии депутатами был согласован дифференцированный тариф на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях в зависимости от способа платежа. Расчет определения стоимости проезда при дифференцированном тарифе наличным способом у нас не имеется, его не существует. По опыту городов Казахстана, в которых внедрено электронные билетины и дифференцированный тариф, разница между наличной и безналичной формой оплаты составляет почти 100%. Таким образом, государство стимулирует переход оплаты на безналичную форму. Гражданину невыгодно переплачивать перевозчику. Если же разница будет небольшой, как, например, в Ахтау, наличными 100 тенге, безналичными 90 тенге. Эффект от введенной электронной бюллетеня не будет. Мы 150 тенге предлагаем. 80 тенге у нас тариф, 150 тенге – это при бюллетене. При оплате наличными деньгами предложено 150 тенге. Прежний тариф в размере 80 тенге остается неизменным при безналичной оплате посредством электронной проездной карты. Словом, пассажирам выгодно приобрести электронные карты и платить 80 тенге. Или же использовать дополнительные сервисы электронной оплаты. В противном случае при оплате наличными пассажиру проезд будет стоить 150 тенге.